Посмотрите, что у нас получилось. Сейчас мы этот салатик будем готовить вместе с вами. Старая гавань. Всем привет! С вами канал Вкусно и Кошерно. И сегодня мы приготовим салат Старая гавань. Подписывайтесь на мой канал и начнем! Для этого рецепта нам понадобится 2 отварных картошки, 1 морковка, я взяла половинку луковицы, пол лимона, чуть-чуть орехов грецких, 250 грамм печени трески и 3 отварных яйца вкрутую. Также укроп для украшения и чуть-чуть майонеза. Первым слоем натираем на терке картошку. Картошку не надо утрамбовывать, аккуратненько кладем ее ровным слоем по всей тарелке. И сверху надо промазать майонезом. Перед тем, как помазать майонезом, надо чуть-чуть посолить ее. Картошку я варила в мундирах, она не соленая, поэтому чуть-чуть посолить. Сеточку майонеза делаем вот так. Следующим слоем идет лук. Его надо порезать и смочить в соке половинки лимона. Поливаем наш лук лимоном и даем ему настояться 5-10 минут, чтобы вся горечь ушла. А в это время поджарим орешки на сковородке без масла. Через некоторое время вы почувствуете ароматный запах орехов. Это значит, что они уже готовы. Нужно выключить. И пускай пока остывают. Следующим слоем кладем лук. Равномерно распределяем его по всей поверхности салата. Теперь надо порезать треску. На доску я надеваю пакет, чтобы не оставался ни запаха, ни масла. Отправляем это следующим слоем. Теперь яйца. Яйца также надо аккуратненько разровнять по всей поверхности салата. И сверху опять накладываем сеточку из майонеза. Теперь натираем яблочко. Его надо разрезать пополам, удалить сердцевину и натереть. С яблочка отжать лишнюю жидкость и положим это следующим слоем. Следующая на очереди морковь. Ее также надо натереть и положить по краям салата, по периметру. Сверху положим укроп. И украсим все это измельченным грецким орехом. Грецкие орехи смотрите по своему усмотрению. Кому-то нравится побольше, кому-то поменьше. Вот такой салат получился. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. С вами был канал Вкусно и Кошерно. И до скорых встреч. Увидимся.